Предположительно, ДТП произошло в понедельник во второй половине дня на 7-м километре автодороги Кадрейково-Большая Амзя. ВАЗ-2114 по неизвестным пока причинам съехал в кювет. За рулем находился 32-летний мужчина. Правоохранительными органами начато расследование. Понятно лишь одно, что после вылета с трассы автомобиль перевернулся и финальные повреждения получил в результате падения столба. После всего этого машину изрядно помяло, а водитель оказался зажат в железных тисках. Мужчина скончался на месте происшествия.